Значит, вопрос в том, что я понимаю вашу позицию морфолога, прежде всего. Вы морфолог, и я уважаю эту позицию. И в отношении церебрального сортинга могу сказать, что примерно есть такое, знаете, воплощение, фильм «Гаттака», это касаемо геномного сортинга. И сортинг в отношении мозга невозможен, да, дальше? Да. Ну, и, соответственно, морфологическое, только исследование морфологических структур и картина, оно не дает полную информацию о ситуации в органе. Какую информацию? О функционировании. Почему же не дает? Ну, потому что существует такое понятие, как нейропластичность. Нейропластичность – это способность одних нейронов заменять функции других при потерях. Причем тут другие функции? Либо при отсутствии. Как? Мы знаем, что существует функция при отсутствии. Вы меня извините, когда у вас, например, дыхательный центр в 200 клеток погибает, почему замена не происходит за счет пластичности? Мы говорим о нейропластичности. Да. Это нейропластичность. Когда нейроны в дыхательном центре всего 200 штук, погибли. Вы имеете в виду продолговатый мозг, в котором существуют древние рефлексы. Я имею в виду дыхательные центры. А мы говорим о неокортексе. Хорошо. Потери, давайте, значит, тут вы ответить не можете. То есть нейропластичность на уровне ствола мозга не работает. Вопрос закрыт. Следующий. Вы говорите о том, что существует нейропластичность. Если сейчас любого из здесь присутствующих поставить на прибор в любой глазную лабораторию и проверить зоны выпадения полей зрения, связанные с кровоизлиянием в затылочную область, размером примерно в 100 микрон. У каждого их в глазу полно. Почему за счет нейропластичности это не происходит? То, что вы не видите этого, это достраивают другие области мозга. А первичные области, как есть выпады, так и они будут определяться офтальмологов в вашем глазу. В этом отношении эта пластичность липовая. Почему? Потому что вы же сами непрерывно говорите о том, что существует четкая привязка. И если у вас нет замены ни на уровне коры, ни на уровне ствола мозга, простите, все ваши разговоры про пластичность касаются только областей с невыраженными функциями, а именно нижнетеменная и нижнелобная. Там, где происходят изменения, например, в объеме там несколько тысяч нейронов, которые незаметны по компенсации. Если это больше миллиона нейронов, это всегда изменение поведения. Поэтому эту нейропластичность, высосанную из пальца, еще в Институте мозга лет 40 лет назад, можете оставить для впечатлительных девушек. Окей, я оставлю девушкам, а у вас к вам вопрос вот сейчас. Я где-то краем уха услышала от вас, что вы исследовали состояние... Второй вопрос. Нет, это первый вопрос. Это первый вопрос. Значит, и был вопрос, вернее, был разговор о том, что состояние эпифиза в какой-то степени определяет состояние функционирования различных вот этих вот окон запечатлений. Вполне вероятно, что через него можно управлять. Про окна запечатления я не говорил никогда в жизни. Окей. Но вы говорили о сексуальной зрелости. Слушайте, я вам сейчас вынужден буду, господа. Спасибо. Вы дадите мне 30 секунд для того, чтобы пересказать дамочке учебник. Отлично. Объясняю. Для тех, кто плохо учился в институте. Значит, это, извините, просто это уже за гранью. Но когда человек непрофессиональный задает такие вопросы, я могу понять. Но когда профессионалы говорят такие вещи, они получают по сусалам. Что я сейчас и сделаю. Значит, в чем же дело? Дело в том, что эпифиз развивается у человека. Это часть эпиталамуса, головного мозга, начинает дифференцироваться еще в утробе матери. Кстати говоря, он первые признаки инволюции, то есть конкременты генеза, образования камней мозгового песка, начинается сразу после рождения. Почему? Это относится непосредственно к сегодняшней нашей книге. А потому что он вырабатывает ряд гормонов. У нас при обычной жизни днем он вырабатывает в пинеалоцитах серотонин. За счет чего? За счет того, что свет очень яркий дневной попадает в глаз. От него переключается через так называемое супрахиазматическое ядро, ядра перегородки, хабелла, приходит туда. И сигнал о том, что ваши глаза открыты и свет попал в них, приходит в эту маленькую железу. Это нейроэндокринная железа, примерно сантиметр кубический размер.
И пениалоциты днем начинают вырабатывать серотонин. Поэтому вы сначала спите, как суслики, с утра, особенно в такую погоду. А потом вы ползаете на улицу, появляется, не дай бог, солнце, свет, и вы оживаете. Говорите, о, как наконец-то хорошо. Вам хорошо-то стало, потому что серотонин эпифизом выработан. Вот и все хорошо. Вот поэтому человек активируется. Дальше. Ближе к вечеру этот самый серотонин перестает вырабатываться, потому что освещенность падает. И из него с помощью двух ферментативных реакций он превращается во что? Мелатонин, гормон сна. И если вы днем походили по улице с хорошей компанией, с пивом там и прочее, и, значит, погуляли, вы ночью хорошо спите. Но это одна функция. А вторая функция связана с сегодняшней книжкой. Дело в том, что эпифиз. Почему камни возникают у младенца, там, у полугодовалого? Камни в мозге, мозговой песок, уже все, конец, кажется. Из-за чего? Потому что у него эпифиз работает как дизель заполярья. Почему? Потому что он вырабатывает мелатонин, который позволяет что делать? Подавляет половую дифференцировку. И дети спят еще как суслики. Вы тоже это знаете все на собственном опыте. Кто не помнит, тот видел у соседей детей. Значит, что происходит дальше? Этот мелатонин вырабатывается, и уже к половому созреванию там этого мозгового песка он хрустит под ножиком патологоанатома. Тьма. То есть выработано огромное количество пениалоцитов. И вот тут-то главная соль. Дело-то в том, что если возникают опухоли эпифизарные у таких детей, что происходит? У них возникает у мальчиков пятилетних эрекция, и они начинают загоняться за всем, что движется, причем с огромным успехом. Это как раз очень плохо. Это нужно такого же сразу тащить к нейрохирургам и проверять, что у него с гипоталамусом. Потому что опухоль этого самого эпифиза прекращает подавление половой дифференцировки. То есть благодаря эпифизу, и в этом-то все дело, все это окно. У нас дети созревают поздно, хотя бы до старших классов средней школы доучиться, не спуская штанов, ну, каждый день. То есть, понимаете, какая проблема? То есть, это важнейшая эпиталамическая система, которая подавляет половую дифференцировку. Поэтому дети ходят нормально в школу, поэтому они... В общем, этому периоду и написана, посвящена эта книжка. А потом, когда происходит снижение синтеза мелатонина, то есть он с переизбытком вырабатывается, поэтому дети хорошо спят. Вы вспомните, как вы спали в детстве? Пока мама там не польет холодной водой, не просыпаетесь. В чем дело? Мелатонин-то огромное количество, но это хороший сон, это плата за отсроченную половую дифференцировку. Это важнейшая система. А потом, когда кончаются возможность справляться с половыми гормонами, то есть подавлять дифференцирующую половую систему, и мелатонин подавляет его, у детей начинается вот эта самая ломка. Ну, вы знаете, когда это так называемый тинейджер, неустойчивый возраст, там куча психологов бегает вокруг, машет там флагами, говорит, что вы делаете, этих надо успокаивать, этих возбуждать, и все куча чушь. На самом деле у них скачет то эпифизарный мелатонин подавляет половое, и он спокойно ходит, учится, нормальный ребенок, все. Потом заканчивается вся эта история. К сожалению, половые гормоны берут вверх, концентрация увеличивается, он становится невменяемым. Вот такой скачки поведения, больше там никаких хитростей нет. И морочить головы там психологическими окнами и прочее, все, не надо. На самом деле, а потом, когда это все устаканивается, то есть половые гормоны берут вверх, все, жизнь превращается в целеустремленный поиск полового партнера немедленного размножения при первой возможности, все становится хорошо, однозначность поведения. А потом, когда наступает, там у женщин климактерический синдром, у мужиков это вторая юность, когда эпифизарные гормоны перестают вырабатываться, то есть на самом деле мелатонин, подавляющий половую активность, снижается очень сильно. Да что получается у стариков? Плохо спят, мало очень. Мелатонина не хватает. Но зато в момент падения полного этого синтеза мелатонина, что происходит? Повышение половых функций. Ну, как знаете, 45 бабка, ягодка опять. В прямом смысле этого слова. Действительно ягодка, потому что подавлять половые следы, остатки половых гормонов уже нечем. И начинается что? Буйное поведение климактерической старушки. Сами понимаете, к чему это приводит. Общение с тещами и свекровями, я думаю, вас обогащает. То есть, и причем их винить-то в этом нечего, я не издеваюсь, я не подшучиваю. Они несчастные люди, они игрушки в руках своего гормонального фона. И мужики тоже.
Именно поэтому там после 50 вдруг или 55 вдруг они начинают как 18 лет бегать со спущенными штанами. Поэтому ну что делать? Вот так мы устроены, обезьяны.